21 мая 1471 года в семье нюрнбергского ювелира Альбрехта Дюрера родился сын. Его назвали именем отца, но профессию отца он так и не унаследует. Он станет математиком и механиком, архитектором и автором теории фортификации, затем и мыслителем. Один из его современников скажет о нем впоследствии. Речь его была столь сладостна и остроумна, что ничто так не огорчало слушателей, как ее окончание. Альбрехт Дюрер-младший станет величайшим художником немецкого возрождения. В 15-летнем возрасте Дюрер поступает на обучение к нюрнбергскому художнику Михаэлю Вольгемуту и спустя 4 года продолжает обучение, уже отправившись в путешествие. Тогда были изданы книги с его иллюстрациями, что давало возможность для самостоятельного заработка. В 1495 году Дюрер открывает собственную мастерскую живописца и гравюра. Уверенность в себе и в своем призвании представлены автопортретом той поры. В 1498 году художник издает серию из 18 гравюрных листов «Апокалипсис». Самая знаменитая из гравюр – «Четыре всадника». Как и в другом листе цикла «Битва ангелов», под ударами мечей гибнут не крестьяне и горожане, а лишь представители высшего сословия. Таким образом, гравюры не несут в себе библейского сюжета, но отображают страдания и надежды современников-художников. В 1494 году Дюрер, первым из немецких художников, отправляется в Италию, чтобы продолжить свое обучение. В 1505 году, будучи уже давно признанным мастером, как в Германии, так и за ее пределами, Дюрер едет в Венецию для совершенствования в живописи. В его картинах того периода царят буйство красок. На задних планах открываются пейзажи, освещенные невидимым солнцем. Второе итальянское путешествие вызывает в нем интерес к образу человека, и в этот период художник дарит миру портретную живопись. После в его творчестве наступает непродолжительная пауза. В 1513-14 годах Дюрер создает три уникальных гравюры – «Рыцарь», «Смерть и дьявол», «Святой Иероним в келье» и «Меланхолия». В этих гравюрах отражены глубокий философский мир художника и сложность времени, в которой он живет.
Несмотря на то, что Дюрер никогда открыто не высказывал своих убеждений относительно войн и распри между феодалами и крестьянами, все же образы простых людей проходят через все его творчество.